Всем привет! Добро пожаловать на наш канал, наш очередной влог. Юся у нас в новой футболочке. Я ее теперь называю арбузиком. Сейчас к нам приедут делать балкон. Нам приехали застеклять балкон. Вот же. Наконец-то будет у меня тут красота. Все уже сняли старое. У меня уборки потом будет. Пипец. Но нам же сделали балкон. Вот. Остеклила я балкон. Короче, у нас небольшой. И мы сейчас будем красить потолок и стены, потому что они синие. И меня это бесит. Вот. Здесь так все ужасно. По-сосырски. И сейчас это все будет в белом цвете. Купили краску. White Spirit и валики. В общем, у нас сегодня интересная программа. Маркус будет у меня здесь спать. Видите, я подоконник широкий сделала специально с этой целью. Тут у меня комодик я уменьшила на одну секцию. Теперь он у меня вот так вот влезает. У нас маленький балкон, но не узкий. Чемодан здесь стоит, игрушки собачьи, лежанка сушится. И здесь у меня будет еще коврик. И кое-что я сюда хочу придумать вместо этой лежанки, потом расскажу свою идею. А еще сегодня мы неожиданно с мужем решили завести питомцев новых. И это не собаки, что странно. Я об этом долго хотела и долго об этом говорила всем. Все к этому хорошо отнеслись, поэтому все, мы поехали покупать. Может быть, канцелярский ножик? Купили мы аквариум на 32 литра и все к нему. Фильтр, градусник, короче, и обогреватель. Я ничего не понимаю в этом, поэтому ничего не знаю, как называется. Тут лампочку еще искали по всему городу для крышки от аквариума. Будет у нас стоять на комоде. Рыб, конечно же, еще не купили. Я даже не знала, что рыб сразу не надо покупать. В общем, мы будем пока аквариум готовить. И к нему еще грунт, растения, камни. А корма еще не покупали. Мы вообще еще не знаем, каких рыб брать. В общем, нам все в аквамире будут советовать. Маркус. Тебя в аквариум посажу. Такое вот растение выбрали. Да, тебе надо брать. Он же укусил. Что там? Мне понравился на Алике домик в виде ананаса из Спанч Боба. Я буду по-любому его заказывать, но вот такие вот, типа, ну, обычные. И все? Все. Ну, короче, как-то так пока. Разместить хочу здесь и рядом поставить тарелку вот эту вот с дельфинами будет в тему. И как раз вот этот шарик, он тоже морской, будет нормально выглядеть. Ну и ветки я планирую оставить. В общем, не знаю, что сейчас будет. Будем сейчас готовить этот аквариум к рыбам 2 дня. Промежуточный вариант аквариума. Ну, в общем, все, как я и хотела. Рыбки у нас будут, конечно же, небольшие, такие маленькие. Будем выбирать, что-то будем постепенно. Много рыб не будет.
Вот, то, что аквариум, он, ну, как сказать, средних размеров. В дальнейшем я бы хотела больших рыб, но не в этот аквариум, не в эту квартиру. Это так. Рыба для меня — это живая картина. Я просто хотела, ну, вот как украшение на комод с моими перышками. Ну, в общем, я давно мечтала о рыбах. Вот этот шарик с Турции будет прям... Я бы его прям к рыбам поставила. А может, даже можно? Я не знаю. Я сейчас буду промывать грунт. Денис пошел мыть аквариум. Короче, мы как молодые родители рыбок. Это так смешно. Все. Чтобы вы понимали, мы ничего не понимаем, и для нас все сейчас. Каждый пузырь — это вау. Бетти вон ухо ест. Нафиг ей рыбы не нужны. Наш аквариум уже готовится к рыбкам, уже пропадают пузырьки, напитывается кислородом, и вода отстоялась, но еще постоит сутки или двое, только тогда мы поедем за рыбками. Я очень переживаю, чтобы для них была благоприятная среда, чтобы они не всплыли на следующее утро. Вот, поэтому лучше выждать. Очень хочу сомиков, чтобы они приклеились к фильтру, и пару креветочек. А насчет рыбок, я, возможно, возьму две рыбки и буду, ну, не так много их заводить. Так, тихо. Девочки играют. Бетти? Вчера Бетти подстригли. Бетти, покажи ушки. Бетти? Вот ты какой. Гениевскую стрижку я сделала. Ты дурёха такое. Тут я установила тарелку из Турции и шарик из Турции. Я его не буду ставить в аквариум. Он там ни к чему. Также мои веточки, ваза, которую я вам не показывала, но она часто есть на моих фотографиях. А здесь у меня свеча. Спички из нашего отеля, собачки и копилка. Вот такой вот у меня теперь комодик. Раньше у меня было другое оформление, но теперь у меня стоит аквариум. Я вас прошу не указывать на мои ошибки, если они есть, на наши ошибки содержания аквариума, потому что это у нас первый раз. Вы знаете, раньше, что у меня были грызуны различные. У меня не было только птиц. В целом аквариум я не считаю животным, для меня это даже не рыбки, это просто аквариум, да, даже если там будут рыбки. Просто это как живая картина для меня, но да, за ним тоже есть уход, но вчера, например, все делал Денис, я ничего не делала, поэтому мне, надеюсь, будет так и дальше. Но я в этом не разбираюсь, он все здесь установил, все работает, обогреватель у нас там работает. Надо будет измерить температуру воды. И в следующем видео я покажу, каких же рыбок мы завели. Спасибо всем за просмотр, за внимание. Надеюсь, вам понравятся наши новые питомцы.